Oppo Find X6 Pro с его мощнейшим блоком камер слили в сеть. Новинка будет прямым конкурентом топового камерафона Honor Magic 5 Pro. Всех приветствую, друзья, вы на канале FinShop. Полезный и не очень. Известный информатор под ником Ace Universe разместил на своей странице в Twitter первые изображения топового смартфона Oppo Find X6 Pro. Лайк, подписка на канал и приступим. На фото крупным планом показана задняя панель, где расположен основной блок камер. Смартфон получил три датчика изображения, один из которых имеет перископическую линзу с оптическим зумом. На блоке камер красуется надпись Mary Silicon, указывающая на наличие фирменного модуля. В социальной сети Weibo инсайдер заявил, что такая связка камер Oppo Find X6 Pro должна оказаться лидером на рынке по многим характеристикам. Ранее сообщалось, что Oppo Find X6 Pro будет поддерживать 120-кратный зум. Новинка должна получить перископический 50-мегапиксельный сенсор с датчиком изображения Sony IMX890. Плюсом идут два дополнительных 50-мегапиксельных сенсора, включая 1-дюймовый основной сенсор Sony IMX989 и сверхшире. По слухам, смартфон должен получить 6,82-дюймовый 2K LTPO экран, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 либо 12 гигабайт оперативной, 128, 256 либо 512 гигабайт физической памяти, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Ватт. Работать будет смартфон на 13 Android с фирменной оболочкой ColorOS. Похоже, вырисовывается здоровая конкуренция со смартфоном Honor Magic 5 Pro. Как думаете, друзья, кто победит в этой схватке? С вас лайк, с меня контент и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.